очками. Сфоткай меня. Сфоткаешь меня? Вообще, это ж мне интересно, сколько вы... Так, нарушаем закон государства. Ой, извините. Я 31 Конституции Российской Федерации. Наши требования были не согласованы. Представьтесь. Аккуратнее, аккуратнее. Руку ломать. Ты что, можешь аккуратнее, скотина? Он отвалит. Статья 5, пункт 4. Опа, сейчас смотри. Опа. Я забрала первый раз, пока ты пошел. Я говорю, я тебе не знаю, какая сейчас опять хочет. Я вам просто доктор был общий, только давай. Видео здесь нет. Правильно. Нет, видео здесь нет. Потому что здесь не используется звук усилища, правильно. Пикеты сейчас не такие. Ничего. А стоял человек с плакатом. Это стояла группа. Это стояла рядом группа лиц с такой же символикой на груди. Абсолютно. Во время проведения мероприятия, которое было в интернете растиражировано, было. Я вам найду, оно есть на занятии. Вы эти скриншоты. Было. И вместе проведение мероприятие. Что еще нужно? Понимаете? Потому что мы не задержим наша добрая воля. Вам дать Украина это вообще другая, знаете, страна. Если Путин, читайте сами. Другая страна. Ну так вот так вот сказать, я ничего не знаю. Вам Путин нравится. Люди, он ни за что сидят, вы так вот. Пожили бы при режиме Сталина. Вот за что его? Нашла с чем сравнивать. Сталин когда умер? В каком году, дорогая? Мы проводим нашу традиционную акцию по 6 числам в честь памяти, точнее, событий 6 мая 2014 года, когда был разогнан оппозиционный митинг, когда задержали кучу ребят, которые до сих пор у нас находятся в тюрьме, и мы решили для себя, что до тех пор, пока они будут в тюрьме, будем приходить сюда по 6 числам. За счастье! Ура, Россия! С праздником! Счастья всем! Улыбайтесь подольше, проживем подольше! Ура!